Life. Меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня мы будем тестировать Samsung Galaxy A53 5G, при том в онлайне на Твиче. Разумеется, скорее всего, вы увидите на лайв-канале. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал PolsaNet, 317 тысяч подписчиков. И всем привет, кто пришел в чат Твича. Огромное вам спасибо, что зашли. Самое важное. Сегодня я покажу минимальное количество тестов. Сразу отмечу по поводу этой модели, до того, как мы начнем играть и проверять ее автономность. Основа — это увидеть, как в одновременном гейминге мы сможем благополучно использовать смартфон, при том, чтобы он не вылетал желательно, и посмотрим, какая у него будет автономность. Так вот, самое важное в этом всем — это... чтобы он не вылетал, чтобы ничего не фризило. И примеров тестов данных аппаратов, допустим, из новеньких OnePlus Ace Racing Edition, разумеется, был еще и Xiaomi S12 Ultra на канале, на лайв-канале очень много, на Твиче все это дело удаляется, так что если вы хотите посмотреть все это дело, то советую. Opossum, привет, Hertz, привет. И Гастард, привет. Не хочу сейчас отвечать на комменты, буду отвечать, пока буду играть. Сегодня буду играть в Diablo, потому что это игра, которую можно запустить на смартфоне, глобальная версия, это глобалка. Если бы это была китайская, через TapTap у меня почему-то не получается установить Diablo. До этого мы играли в Genshin вчера в... VivaPad, обзор на который все еще будет на канале. Из интересного, я вижу, что фронталка здесь шик-блеск, максимум 720p, это то, что позволяет Twitch. Так она снимает в 4К. И фото и видео этого смартфона просто нереально крутые, не сказать о всем остальном. Лагучесть уровня беспредел. То есть, когда ты пользуешься его интерфейсом, в глазах у меня лично появляется боль. Я сейчас включу игровой процесс, покажу вам настройки аппарата в принципе. После этого мы с вами благополучным образом зайдем из настроек, после настроек, правильнее сказать так, в минимальное количество программ. Так, последняя загрузка 18 июля у меня обновление, сведения о телефоне Samsung Galaxy A53 5G из дисплея. Яркость на максимум, адаптивная яркость выключена, герцовка максимальная в 120 Гц. Хотя в игре я буду использовать, скорее всего, 30. И, по большому счету, наверное, масштабирование экрана, тайм-аут экрана мы поставим вообще 10 минут. Для того, чтобы вы запомнили, сейчас 84% заряда. Мы заходим в Diablo Immortal, и в 23:37 у нас начинается отсчет. Я сейчас начну смотреть комментарии, которые вы пишете, для того, чтобы иметь возможность оперативно на них отвечать. Сейчас я проверю, как звук, как вроде бы я настроил звук сегодня адекватно сходу, поэтому меня интересует, как вы меня слышите. Вижу картинку 720p, не критично, все нормально, напишите пару комментариев, я сейчас посмотрю, как все это дело у меня отрабатывает в режиме реального времени. Да, все огонь, почему-то не вижу комментариев, сейчас я подвину это дело. Все. Добрый вечер, хочу узнать ваше мнение, в этом году что-нибудь из Poco, Xiaomi, Redmi выйдет лучше, чем Poco F4 GT, дешевле? Вряд ли. Ну, может быть, Poco F5 GT какой-нибудь под конец. Так, из настроек. Сначала мы пройдем по настройкам. Карта разблокирована, искатель приключений. Отлично, в путь можно попробовать. Следующий момент, у нас ничего круче нет, сейчас пойдем все это дело продавать или разбирать. Но самое главное, меня интересуют настройки сейчас данного девайса, для того, чтобы я смог вам их продекламировать, на чем все это игралось. Средние настройки очень высокие не выставляются. Нагрузка средняя, визуальные эффекты низкая-низкая. Можно попытаться здесь поставить среднее-среднее и чуть-чуть больше среднего. Пусть будет везде среднее. Сглаживание низкое может быть и... Все, этого хватит, я не буду точность изображения на высокое ставить, потому что он будет печалиться. 60 Гц, разумеется, заблокировано для этого девайса, то есть мы теперь понимаем, что это у нас невозможно. Вход в древний портал, бла-бла-бла, все, понеслась. Сегодня день не хоть не Genshin. Ну, я вообще, в принципе, желаю играть в Diablo, но вопрос в том, что, еще раз повторяю, не на всех глобальных девайсах это возможно сделать. Так, не совсем... Да.
Привет, Димка, привет, Гордей. Еще раз напоминаю тем, кто смотрит, скорее всего, все-таки не лайв-канал, а YouTube. Donation Alerts подключены. Как ни печально это звучит, в описании вы видите. Кстати, Берримор Сэр тоже спасибо, вчера закинул. Так, понеслась. Опоссум, привет. Амиран, Арима... Так, Александр, что со стримом? Не понял. Все окей, со стримом, спасибо за контент. Будет ли топ камерафонов? Да я не вижу смысла. Vivo X80 Pro, а вообще все как было, так и осталось. По большому счету... Так, нет, навигацию надо включить. А по большому счету, все, что необходимо нам или мне, вам или мне, от... Так непривычно на маленьком мониторе все это делать. Это либо яблоко, либо Samsung, если вам нужна фронталка. Если нет, то Vivo. Если сэкономить, OnePlus 10 Pro. Пришло время уплатить старый долг. Кто-то передаст тебе это письмо, спасает мир от катастрофы. Помоги этому путешественнику добраться до цели. Отлично. Нажмите, чтобы открыть кодекс. Открыл. Основное, ничего не понимаю, но окей. Еще что-то я должен сказать. Похоже, дело важное. Куда отправимся? Море. Ладно, будь по-твоему, найди меня в доках, когда захочешь отплыть. Буду искать его в доках, потому что я сразу хочу отплыть. Realme GT2 Pro намного хуже по камере, чем что? Конечно. Прям конкретно. У Realme аппараты, они мощь... Ну, я не знаю, вы хотите услышать то, что хотите услышать, или мое мнение? Vivo X80 круче. Вот. Херц, вы мне не хамите. А что, опять понеслась что-то, какая-то печаль? Вы можете всех банить, опоссум. Что ты там... Я тебя не сделал админом, что ли? Друзья, давайте не ругаться. Так, вот и ты, вижу мою цену. Так, 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 все понятно. Снова нажмите. Капитан РЖМ ждет на борту. Распорядитесь отплыть, как будете готовы. Хорошо. Давайте куда-нибудь сплаваем. Я готов отправиться. И я готов. Неужели нас 39 человек онлайн, если доберем 75? Друзья, зовите всех. Я очень надеюсь, мы наберем 75. И тогда я обещаю, что данных стримов будет много. И вы узнаете автономность всех аппаратов. А дальше. Херц. Все. Всем. Всем не ругаться. Херц, не ругаться. Опоссум, не ругаться. Гастар, давайте не на Твиче, друзья. Еще раз. Навигация. Понеслась. Что, еще куда-то бежать? Давайте побежим. Капитан Рэм отправляется к Шахскому морю. Что выбрать? Вот давайте лучше вопросы. OnePlus 9RT или Xiaomi 11T Pro? Для фото Xiaomi 11T Pro. Кстати, еще раз напоминаю, что появился у меня телеграм-канал с мини-инста. Вы там по ссылке, по хэштегу сможете увидеть примеры фото всех аппаратов практически, потому что друзей добавилось уже очень много, 700 человек, никому не жалко скинуть какие-нибудь фотки. Вы можете туда просто писать, что вам интересно, и друзья будут вам показывать. Вот. Так, уже был подлаг. Уже подлагивание было, и это печально. Ну-ка, интересное кино. Так и будет или нет? Так. Вопрос. Не считаю, что там чел, который первый выиграл наушники или что-то там, не помню, соблюдал все условия, а именно написал имя, и ты не прав в перероле. Нет, не считаю. Наушники человек уже получил, уже отписался в телеграм-канале, в ВК. И вы можете сделать свой канал, установить правила, и этот чел, который, по вашему мнению, опять же выиграл, он даже не обратился. Знаете почему? Потому что ему все равно в принципе. Вот и все. Вот. И если вы считаете, что я не прав, то опять же вы можете создать канал, можете разыграть много всяких вещей и установить свои условия. Никто вам не запрещает. Но напоминаю, мы сегодня здесь собрались для того, чтобы тестировать девайс и отвечать на вопросы. А на личные вопросы, наверное... Я даже не буду. Так, в режиме боя. А что у нас? Режим боя. Хорошо. Все, режим боя кончен? Окончен.
Кто это был? Сразу видно, что ты не из этих мест. Ха-ха, это песчаные скорпионы, банда отъявленных убийц, с которой я, к счастью, больше не имею никакого отношения. Забери у Тьяго ключ и освободи меня. Ладно, потом поговорим. Тьяго, поискать ключ. Вот так мы уже в трупах роемся. Дьявол дожил. А ты участвовал во вчерашней перестрелке в Митино? Мурина, а не Митина, печенька, ну ты чего же? Кому я нужен? В каких перестрелках? Там люди серьезные, в тапках, на серьезных машинах, с ММА, из крутых квартир. Я же здесь сам живу. В перестрелках в Мурино участвуют только те, кто не живут в Мурино. Понимаете? Ох ты, ёшки и гагошки, меня как-то покромсало даже. Какой-то шлем... Шлем, еще что-то. Так, мне, наверное, не надо все-таки. Толпой прям, толпой. Толпой бьют, так, побоище, отлично. Так, сейчас еще чуть-чуть побьем, потому что при любых раскладах ящеровидное. А дальше. Стоит ли ждать 11.11 или брать сейчас? Вам никто не скажет. Можно ждать, смотря какого года. То есть там, какого 2027 года можно ждать. Вы для чего? Для перекупства? Для чего конкретно? Вот, допустим, сейчас у нас нет налога свыше 1000 евро. До этого налоги были. Что случилось? Лакуни опять напали, или лакуни? Табри и остальные сражаются с ними. Эти чертовы твари нападают день за днем. Слушай, друг мой, чтобы найти библиотеку, тебе нужна помощь Табри, нашего командира. А она сейчас отражает нашествие на Лакуне. А, да у нас бывают не только осы и песчаные бури. Есть еще люди-пантеры. Но для такого могучего героя, как ты, это пара пустяков, да? Да, когда ты бессмертный и тыкаешь в экран. Конечно, пара пустяков. Лагерь Табри. А мне кажется, там не все задания выполнил. Ну ладно. День первое, убийство. За убийство что-то там я получил. Рубин, еще что-то, топаз и банкет. И потом я получу шлем на седьмой день. Дальше нажмите, чтобы открыть кодекс. Навигация. Убейте Лакуни. Лакуни. Лакуни убьем. Туда бежать. Куда бежать и убивать, туда бежать и убивать. И понеслась. А дальше, стоит ли брать Samsung A33 маме или A53? Я бы сказал, что ни тот, ни другой Samsung не стоит брать, если вы не хотите лагучую штуку. Потому что я, допустим, даже лаги сейчас замечаю. А вы можете их, в принципе, не замечать, как вариант. Вот, я их вижу. Люди-человеки. Какие-то вообще, как количество этих штуковин просто запредельное. Еще бы автоматом все собиралось, да? Так, и здесь подлагивание. Подлагивание и микрофризы, сразу говорю, везде, хотя указана средняя нагрузка, но ничего удивительного. Еще раз повторяюсь, Twitch. Смартфон довольно слабенький по моим меркам. Вы можете учиться. Так и так. Табри! Выбивает в режиме боя. Друг это, видимо, зов решил, что не хороший знак. Ну, по ты не найдешь ничего хорошего. А дальше, пока не придет выбор. S8. О, видите штучки, а их нет. Сейчас видите то, как телевизор. И давайте-ка я в времени сейчас поменяю настрой. Что, по сути, он не... А если он не вывозит, надо ему дать какие-то... Ты включаем сглаживание, отключение. Низкое, низкое. И даже низкое поставлю. Вот теперь вот хай. Извините за мой французский. То есть ему должно быть легко. Насколько он будет справ... О, штуки мракобесные. Так, так, так. Там кто-то. Кто-то как... Это мы кому-то, наверное, помогаем. Потому что там какой-то герой кого-то валит. Стоп. Чародейская. Сколько? Да что-то там с действиями. Тараков ждают дикит к зову и перед... одной тысячи. Вот, а какой... Вы тоже зеленых... Зеленых штук очень плохо. Вся вам видна. Видите? Можно попытаться... Боюсь сейчас... Ну, на данный момент... Нет. ...реального времени при трансляции... По разрешению... Не вижу... Так, настройки трансляции. Друзья. Реально. Сейчас 15 минут. С минут с Мартинку. Ну-ка. И я сейчас 30 пип. Это в 3... Потому что...
попытки погонять Samsung A53, который Galaxy 5G. Вот сейчас вы меня видите, и после того, как вы меня увидите, я включаю игровой процесс, и мы попытаемся продолжить играть в Diablo. Насколько это будет эффективно, вопрос. Всем еще раз огромное спасибо, кто дошел. Включаю игровой процесс, это 480p. То есть, если мы... Так, Diablo заново загружается. То есть, Diablo у нас вылетел тоже. Пытаюсь зайти в Battle.net, я так подозреваю. А, нет, мы все еще живы. Мы все еще живы, все еще пытаемся что-то сделать. И в целом хорошо. А если начнет фризить, очень прошу вам, чтобы, прошу вас, чтобы вы сообщили мне об этом. Так, так, так. Здесь у нас все норм. Так. Ожил Samsung. Нет, он и не вырубался, просто вырубился, получается, вырубилась трансляция в Твиче. То есть Samsung не выкидывал меня из игры, он просто перестал показывать, получается, что-либо. Так, открыть кодекс, понятно, понятно. Открываю кодекс, бесценная информация. Перехожу в Westmarch, зачем, не знаю, но окей. Доброго стрима, всем бодрого, и вам тоже бодрого. Воскрешение произошло, надолго ли? Но это вопрос дня, в принципе, хорошо, что он вообще воскрес, и будем смотреть. Видите, подлагивает. В принципе, игру я поставил на самых минималках. Игра подлагивает у меня, не только у вас. А, Саня, чат по фото, кстати, очень хорошо вырос. Сегодня скидывал селфи с GT2 Pro, HD против света, у него все-таки шалит. А, хорошо. Так я ж рад. Ну, нормальная штука. О, продолжение, пока да. Так, кланы разблокированы, бесценная информация. И что мне надо делать? Навигация. И куда мне навигацироваться? Еще раз, кланы. Поиск кланов, путь. Опа, он сам бегает. Принять. Принять. Дюнные волки. Убейте 30 дюнных волков. И куда мне бежать? Окей. Спасите кого-то там. Так, а чтобы мне дюнных волков убить, то, наверное, мне надо куда-то передвинуться. Давайте сюда войду еще. Ладно. Продавец с OnePlus не отправляет телефона, не рекламирую его больше. Еще раз, херо. Вы можете в любой счастливый момент отказаться от дешевого варианта на Али, не делать себе мозг и не делать, получается, мозг продавцу и покупать, где вы хотите. Я указываю там, где брал я. И, опять же, я купил, мне прислали. Я также выделываю мозги. Если... Вы хотите советовать кого-то, кто вам отправит, вы можете это делать, и все. Я еще раз повторяюсь, на Али за то, что вы получаете что-то дешевле, вам приходится включать голову очень часто, к сожалению. Это особенно касается смартфонов. Почему? Потому что с февраля месяца очень многие продавцы Алиэкспресса просто не получили от Руали ни копейки. То есть они сидят и полгода нам шлют телефоны бесплатно, чтобы вы понимали. И да, это благодаря вот нашим, то есть, чтобы вы понимали, физическая возможность отправить есть деньги, но наши, ввиду того, что Руа Алиэкспресс принадлежит фонду прямых инвестиций, а фонд прямых инвестиций, разумеется, принадлежит правительству Российской Федерации, они не спешат отправлять деньги бедным китайцам, а на них, на китайцев давят их политические владельцы. В общем, там очень гиблая история, и... Еще раз, если вы будете настойчивы, будете ждать, вам отправят. Если нет, никаких проблем с тем, чтобы просто отказаться и получить средства обратно. Мне на Сбер в основном все приходит в течение 19 часов. Я не вижу. Вот. Логично, что когда на низком курсе у человека покупают просто туча людей смартфоны, он пытается их не отправлять, тем более, если он не получает за это никаких денег. Или неизвестно, когда он их получит. Я сейчас не оправдываю китайских продавцов, вообще никак. Я еще раз повторяюсь, если вы не заметили, начал добавлять еще и ссылки на ру продавцов. Почему? Потому что, ну, у всех должен быть выбор. Не хотите взрывать себе мозг, хотите покупать... Какой вы там телефон покупили?
OnePlus в RU-сегменте или на Авито покупаете. Вот я купил Ace, я не буду за какие деньги говорить, еще один на Авито. Это было очень дорого и неприятно, честно. Лучше бы я подождал. Если бы я не был блогером, то я бы, наверное, подождал. Это вот даже не наверное, а 100%. Саня, посоветуй тогда смартфон в пределах 15 тысяч. Можно без NFC и робота-пылесосов. Таких же пределов Realme Q5 и Xiaomi 2C. 2C я вообще не знаю. Смарт в пределах 15 тысяч. Где? Вот, друзья, любые смартфоны, которые вы спрашиваете меня, чтобы посоветовать, где? На Алиэкспрессе, на Яме, на Авито. Как вы, насколько вы готовы рисковать? Или вы хотите пойти в ритейл? Если хотите пойти в ритейл, я вообще не знаю их цен. Вот. Где вы живете? Много еще всяких факторов. Что вам надо? Напишите, пожалуйста, в Телеграм. Я сейчас не пытаюсь снять с себя ответственность. Либо пишите грамотно, расписывая все, что вы хотите. Какие у вас были до этого смарты. Что вы предполагаете с ним делать. Как долго ходить. Еще чертова туча всяких штуковин. Либо... Второй вариант. Напишите в телеграм-канал взаимопомощи. Дальше. Да, микро неприятно дребезжит. А я сейчас его уменьшу, если хотите чувствительность. 5 секунд. Это вообще не сложно. Сейчас я переубиваю этих чертиков. Вроде убил всех. Так. С микро как раз проблем никаких нет его исправить. Так. Настройки. Вот сейчас чуть-чуть так. Вот так будет лучше. Скажите мне. По дребезжанию микро прошло или нет? Гордей, ты чего делаешь? Не каждый же день сидеть на стриме. Отдыхай давай. Так, так, так. Типы, а у них урон, наверное, высокий, а сами по себе они не особо сложные. Лучше, да? Отлично, спасибо за инфу. Кольчужные сапоги. Подфризивает. Я очень рад, что он может вывозить. Получается, он вывозит уже 7 минут. Ну ладно. Надеюсь, что все будет норм. Все равно я, скорее всего, сохраню и оформлю этот ролик. Потому что мне кажется, интересно, как Samsung все-таки отрабатывает с этим делом. Отрабатывает он, разумеется, не на 24 тысячи, потому что тот же Ace за эти деньги просто... отрабатывал как бог. Я не знаю, нет, наверное, такие ассоциации могут быть кому-то оскорбительны. Очень круто отрабатывал. Извините за, если кого-то обидел. Звук идет, отлично. Так это же отлично, что звук идет. Было бы плохо, если бы он не шел. Подфризивание, прям лютое. Микро приплыл, он тише сделал, да. Намного тише. Так, так. Так, ну ладно, окей, повоюем. Приветики, пистолетики, как там, да? Привет. Так. Итак. Как тут их много-то, а? Какие-то золотые. Так. Ну что, побьем мы с этими? 27 убийств. Есть. 31. Есть. 35. Есть. Успеваем пока. Трупаки еще есть. Таинственный голос. 39, норм. Таинственный голос, это значит, где-то здесь кто-то злобный. Вот он. Врис. О, ничего ж себе, у него такая же магия, как у меня. Опа. 54 тысячи, скорее всего, он опять начнет, да, кого-то вызывать. Ох ты, ёшки. Так, так. Притом он мне показывал, что все хорошо.
Это получается у нас второй срыв. Ну, я говорю, я буду так периодически включать. Если все будет плохо, то поставлю 720p. Снова онлайн. Ну, никаких проблем с тем, чтобы быть онлайн, нету. Я просто выхожу и захожу. Ну, посмотрим, как, насколько его хватит. Кланы разблокированы. Да сколько же можно-то? Заявку отправлю. Так. Отмена. А, так, Universal Rus, привет. Привет, привет. Дальше. Я последние 5 лет с марта только соли заказываю. Может, Redmi 11 подождать, пока цена упадет? Подождите. Вы же сами отвечаете на свой вопрос. Отправляюсь на площадь. Молниеносные стримы. Пришел, увидел и все. Да. Но посмотрим, сколько он там раз у нас вылетит за этот час. Час же еще не прошел. Меня достал он этим темам с кланами. Портал дерзаний. Он так хочет, чтобы я туда добавился, или хочет, чтобы я просто в магазине что-то купил? А, комплект получил. Получу комплект с удовольствием. Спасибо большое. Так, все. Все, что он хотел мне сказать, наверное, в этот раз. Да. Письмо. Забрать все. Читать все. Закрыть все. И снова вылетел. Да, это Exynos, и он дно. Награды получил. Спасибо большое за награды. И еще что-то он хочет от меня. Просмотр кланов. Просматриваю. Присоединиться к клану. Окей. Отправить заявку. Все? Он от меня... Нет. Он все равно что-то хочет. Он хочет, чтобы я боевой пропуск открыл. Все? Все. Красная точечка исчезла. Так. Выполняйте задание. Поручение можно увидеть в меню задания. Уже вылетело или нет? Нет, пока. Какие-то задания. Новое. Убейте 1600 монстров. Достижения. Мой рейтинг плохо. Куда-то я иду для того, чтобы вставлять гнезда. Создание. Создать надо, наверное. Два. Ну, вот таких два. Раз. Два. Больше не могу создать. Все. А, нет, еще такое могу создать. Ей. Я просто создатель. Ко мне. Ага, не хватает. И еще такое могу создать. Все. Насоздавался камней. Выбить самоцвет. Окей. Выбрать. Выберите самоцвет. Выбрать. Выберите самоцвет. Выбрал. Выбрал. Все. А, нельзя одинаковые самоцветы. Окей. Улучшить. Окей. Улучшить. Уровень второй. Можно еще. Улучшить. Уровень третий. Все. Автоматический подбор, понятно. Так, что-то я сделал. Улучшил самоцветы. И ухожу отсюда. Выполнил какое-то задание, наверное. Кузнец. А дальше лучше Q3S за тот же ценник. Гнумас хорош на снапе, но вот оверпрайса однозначно. Что-то улучшил, еще улучшил осадный щит, еще улучшил и еще, и уже больше не улучшил. Вперед. Еще, еще, еще. Все. Вперед. И это улучшил, это улучшил, и это улучшил. Все. Рейтинг 215. В путь. Окей. Завоевание, PvP, вперед. Подмастерье ювелира опять.
Добрый вечер. На данный момент вы можете посоветовать OnePlus 10 Pro или 10T. В игры не играю, в видеофото играю редко. Я, наверное, 10 Pro бы купил. Разумеется, я купил. И... Сейчас 5 секунд. И 10T. Но 10 Pro дешевле сейчас. И все. Ну, это, наверное, основное. Опять же, это мой подход. Эфесы какие-то я получил. И пропуск получить самоцвета. Так, дальше. Что у нас еще интересного? Так хочется повертеть, если честно, всю эту картинку, но она не вертится. Все разобрал, все купил. Очень сильно подлагивает. Думаю, скоро вылетит. Но пока не вылетает. Суммарно, сколько мы играем, я так и не понял, но примерно плюс-минус час. Наша миссия — узнать автономность. То есть при любом раскладе с твичом, который будет вылетать периодически, мы будем с вами это все дело стараться выяснить. Так, единственное, мне надо, наверное, выбрать. Так, стоп, твич, сюда. Выбрать, что мы будем делать. Выполняйте поручение в меню заданий. Получить еще раз. Окей. Получить еще раз. Все, что-то я там получил. Еще какой-то HP. Еще могу раз. Отправляйтесь в темнолесье. Уже. Что еще? Заработайте 230 очков. Уже. Достигните 28 уровня. Да они издеваются просто. Пройдите портал дерзания. Уже прошли. Еще какой-то... Ба! А, это мы проверяем, Вестмарш прошли мы или нет. Все. Достижение. Достижение игрока. Что-то я там получил. Какой-то глиф. Окей. Здесь вперед. Не-не-не, не хочу я кузнец. Достал он меня. Цена верности. Навигация. Навигация. Дальше серия ничем не примечательна, как по мне, цены загнули, да? Но камеры в них хороши, и фронталки тоже. Прямо очень. А какой час ты в 23:30 начал стрим? Ну, еще до часа далеко. Опоссум, телефон не помирал, помирал Twitch. То есть игра-то не вылетала. Это я его не пытаюсь никоим образом защищать. Это к тому, чтобы я мог проверить автономность. С частичным твичом. Вот. Частичным. А опоссум, ты чего не спишь? Опять 15 минут первого. Ты какой-то настрой у тебя. Боевой. Вечно. Хотя я рад тебя видеть. Так. А мы думали, тело померло. Ну хорошо. Не-не-не, тело не помирало. То есть игра работала. Я бы сообщил бы. Это бы звучало примерно так. А, что за хламофон? Бла-бла-бла. А так нет. Нормальный смарт. Ну, не нормальный, супербюджетный смарт, назовем это так. Ультрабюджетный смарт. Я не знаю, я боюсь представить, что там у Самсунга в серии еще ниже. То есть там вообще какое-то мракобесие, по идее. Чем отличается Ali Global от Global ROM версии? Наличием бендов разных вы имеете в виду? Смотря в каком смартфоне. Начиная от китайской зарядки, может быть, и заканчивая наличиями разных бендов. Вот. И операционка может быть другая. Но это так. Это лирика. Да, я помню, как Racing играл. Да, Racing был прямо ух. Эх и агигей. Но это было давно. Ей. Висят тут всякие. Так. Ну вот, понеслась. В серии ниже 5 пальцев мультитач. Помню, Саня был у мамы. У тебя мама какой-то. Ну, опять же, мультитач. Я ж проверяю не просто так. В этом-то и смысл, что знаете, сколько людей мне пишет: а зачем ты проверяешь мультитач? Вот, пожалуйста, глючный мультитач. Может быть, в
вполне возможно. Он не дышит, кажется, понятно. Мы еще здесь не проверяли мультитач, друзья. Я не хочу это делать при вас, чтобы сразу не отворачивать от обзора основного. Потому что на Samsung все равно рано или поздно будет обзор. Не зря же я его покупал. И барабанная дробь есть. Так. Только третьего эшелона ниже 10 мультитач. Ну, не только, видите, мы теперь знаем, что мультитач еще отсутствует на 10 пальцев, на OnePlus Race Edition. Опять же, он есть на 10 пальцев, просто он работает не очень хорошо. Что-то там выпало. Забрать доказательства, забрать шкуру неубитого медведя. А дальше, неужели у этого 5 пальцев? А вот мы об этом узнаем в обзоре. Да? Не, 6. Главное, чтобы не один. Так, типы всякие, как всегда. Мечник. Интрига. Да вроде на них уже было много обзоров. Нет? И на Ace был. Так, а здесь что такое? Вот интересное, да? Строение. Прикольно. По-любому с чем-то связано. По игровой локации. Ладно. Пам-пам. Подвисает. Мне кажется, что сейчас он скажет: не-не-не, хватит, хватит. Давай заново загружай. Потому что как-то последнее время 12 минут. Это прям ух. Да? Сфера ускорения. Лучше не ускоряться. Ей. И еще не вылетели. Интрига. Интрига, вылетит или нет. Горячий он, а прилично. Лучше ходить медленно, да, чтобы прогружалось все. А к чему это все? К тому, что я проверю в конце, хорошо, потому что мне ощущение смутное, что если я сейчас выйду, то он вылетит. Не хочу, чтобы он вылетел. Смотри, кто к нам идет. О, да, еще и несет шкуру, жуть какая. Но это умно, такое доказательство должно быть принято. Кстати, Табри как раз вернулась в лагерь, пошли, я тебя к ней отведу. Но она, вот она удивится, когда получит подарок. Для меня интрига, так как я за А-серией не слежу просто. Только у меня, только у тебя на них обзоры смотрел, понял? Спасибо, что смотрите. Иначе бы не делал, если бы не смотрели. Да, я говорю, сейчас как-то, видите, люди к новинкам привыкли еще. И, в принципе, вот по обзорам, вроде просмотров много, но они такие. У меня почему-то на понижение показывает. То есть, сегодня был 11S, 11600. Ну, в принципе, нет, хорошие просмотры, учитывая, что это бюджетник такой. Такой бюджетник. Передать предмет сейчас. Шкура передать. Рваная шкура. Босс, смотри, мы убили Альваса. Теперь эти вшивые лакуни подумают, стоит ли к нам лезть. Учитывая, что руки в крови только у одного, я, кажется, знаю, кто это сделал. Что касается тебя, иди и повесь шкуру этого зверя на ворота. Пусть эти псины видят ее каждый раз, когда приближаются к моему лагерю. Когда закончишь, поговорим. Ей! Настоящий РПГ. Royal Player Game. Все, шкура на месте. Просто это кореец знает, что ты китайщину больше любишь. Вот и ведет себя вредно. Так, вот опять зелененькие штучки начались. Видели? Да, буду я склеивать, я чувствую, обзор из трех частей. Смотри, это же турмалин. Хороший подарок, особенно в наших краях. Тебе надо встретиться с Эмигной. Она скажет, что с ним делать. Окей. О, не помирай. Нет, все вроде норм. Эмигна. И куда мне?
А вот она. С вопросиком. Мигна. Услуги. Пам-пам. Улучшить. Улучшить. Ей. Так, но не для этого мы встретились с ней. Мы с ней встретились по другим вопросам. Цена верности. Зов пришел наконец-то отдать долг или надеешься его увеличить? О, у нас сегодня первый подписчик. Спасибо большое. Не успел прочитать, кто. Но потом. Кто еще новенький пришел? Признавайтесь и здоровайтесь. Не помирай. Мы будем сделать все для этого. Так, посмотри, не попади под песчаную бурю. Хорошо, еще куда-то я пошел. Редкие монстры. Ла-ла-лам. Там-пам. Пам. Пока никого я не собрал толком. Так. Так, а что, зов? О, ты прямо светишься. На самом деле нет. На вид ничего не изменилось. Самоцвет-то вставили. Ладно, без разницы. Пошли, надо встретиться с Пэтом и идти дальше. Пошли. Куда? И? А куда он пошел? Калим. Ну? Вот он, Пэт. Прошу прощения. Табри послала меня к тебе. Или Табри, чтобы спросить про скипетр Фахира. Что? Какой скипетр? Не видишь, я занят. Что ты хочешь знать про эту проклятую штуку? Что я хочу знать? Еще раз. Хочу узнать, где его искать. Насколько я знаю, скипетр разделили на три части. Слушай, я знаю про этот скипетр, но мне кажется, ты не понимаешь, насколько эта затея безнадежная. Скипетр разделили не просто так. Его спрятали по частям после смерти Фахира. Хорошо. Наши предки сделали все, чтобы ужасы его правления никогда не повторилось. Мы знаем, где их спрятали, но искать глубоко их безрассудно. Глупо и безрассудно. Впрочем, я знаю, что значит этот блеск в твоих глазах. Если тебя не переубедить, первый фрагмент карты на столе у меня за спиной. Он приведет к тебе к одной из частей скипетра. Бери, если хочешь. Но потом пеняй на себя. За спиной на столе. Взять фрагмент карты. Напишите что-нибудь, идет чат или нет. Я пока не вижу вообще никакой активности. Потому что мне кажется, что может быть он завис и работает только у меня. Так, Саня, я уже настолько привык к твоему голосу в обзорах, с удовольствием слушал бы аудиокниги в твоем исполнении. Подумай, у меня даже жена, когда слышит твой голос с моего телефона, то говорит, опять пользу смотришь. Ну, узнаваемость, это хорошо, спасибо. Все ждут смерти, все работает, все норм. Спасибо большое, я тоже жду, что аппарат скажет нет. Хватит, я устал. Еще 6 минут, и считайте, он час имел возможность играть в данную прелестную игру. Ну, наверное, не 6, 10 все-таки. Еще раз повторяю, что он не вылетал. Вылетал только Twitch. То есть плюс ему в карму за это. Хотя он подлагивает, даже на минимальных настройках графики. Так, ага. Меня еще и поймали куда-то, в какую-то сетку. Главное, не в секту, да? В секту может... В сетку может и забирать. А дальше. Чувствуется нагрев корпуса? Да, но не сильно. Я без чехла играю. В области камеры. Я могу, кстати, проверить температуру сейчас даже очень модным прибором. Единственное, вы это не увидите. Но температуру я вам скажу без того, чтобы заходить куда-либо. Хорошо? Вот сейчас вы слышите, как я вытаскиваю батарейки и засовываю новые. Специально купил в тепловизор батареечки. Так. И да, это можно было бы делать со смарта, с защищенного смарта, который один я, допустим, разыгрываю. Но лучше делать со стационарного устройства. Так, пока бегаем, бегаем, чтобы он не остыл. Да, подлагивает, но не вылетел. О, смотри, каково я поймала. Ха, так, если брать тыльную часть, 37, 43, 44 градуса. 44 градуса, это несерьезно, друзья. Возвращайся обратно в предисподнюю. Ты
Так, подожди, ты не демон. Так, вырубил я тепловизор. 44 градуса это норм. Куда-то мы идем. А, никуда мы не идем. Вот так, теперь уходи отсюда. Ты не найдешь ничего здесь, кроме смерти. Все, иди, не мешай мне, я охочусь на демона. Очаровательная девушка, если она не врет, то мне надо быть осторожнее. Но части скипетра я отсюда увезу. По-любому. Так. Так вот, жгем. Трупом больше, трупом меньше. Это ж Диабло, здесь и должно быть много трупов. Правильно? Если их здесь будет мало, то это не Диабло будет. Здесь были зарубы. А дальше. My flowers, primes and views, stone views, shop views, shop... Детский сад, трусы на лямках. Дверь заперта. Где-то рядом должно быть что-то, что ее открывает. Возможно. Но сначала нам надо уничтожить всех этих чувачков. Скорее всего, потому что они это дело охраняют. Вполне возможно, это не так. Но я подозреваю, что так. Осмотреть мумию. Услышьте нас, потомки, не повторяйте тех же ошибок. Фахир не бог. Его правлению конец, но созданные им твари умереть не могут, потому мы сделаем все, чтобы они остались рядом со своим творцом. Да забудется его имя. Что пусть. И все, и один, одна бумажечка, да? Ну ладно. Так. Здесь что-то должно быть спрятано. Потому что здесь что-то мигает. Так, здесь какие-то штуки. Здесь мы осмотрели. И следующий труп мы осмотрим там. Сначала мы убьем этих магических типов. И мумий. Вообще, интересная игрушка. Я не знаю, зачем ее хейтили. Ну, я понимаю, зачем. Потому что они... Благословен будь во имя тысячи душ, о достойная жертва владыки. Твой дар, твой дух явят нам чудеса Бога. Покойся вовеки, зная, что скипетр всегда будет указывать путь нашему великому царству. Отлично. И это как-то должно мне помочь? Ага. Неупокоенные души. Отлично. Это мини-босс. Чтобы дойти до серьезного босса. Вылетал реже, чем X4 GT. Да. Так, ладно. Так, убит. А почему из него ничего не вылетело? Душа поджигателя. Окей. Ладно. Выпустить поток душ. Как все сложно. Здесь выпустили. Здесь выпустили. И ждем банкета. Или здесь еще какие-то есть? Нет, все. Врата открылись. Красненькое что-то. О, еще и вибра сыграла. Прикиньте. Ничего ж себе. О, типок. Типок. Какой-то он несимпатичный вообще. Прям слышно было. Ну да. Ну вибра здесь такое. Дешевенькое. Я думаю, довольно быстро скелетоны его убьют, потому что скелетону вообще плевать на все эти яды и все остальное. И... Уже 35 тысяч. Но это все равно не босс. Это, я так подозреваю, просто что-то среднее. Начальное. Разминка перед боссом. Ну, хорошо, когда кто-то за тебя с ядом там маньячится. Нет, это не мой смарт завибрировал. Ядовитый клык. Так, все. Приказ Фахира. А, нет. Это и правда часть скипетра. Ну, как-то совсем грустно. И золото я не заберу. По сути, оно где-то... А, нет, забрал. Ха.
Может быть, там дальше будет еще два скипетра? Звук по вибру как 3310. Да, плюс-минус примерно то же самое. Тебе удалось выжить, ну и ну. Ну, то есть, конечно, кто бы сомневался. Ты смотри, как сияет. Видимо, дело не такое невозможное. А как насчет поиска второй части? Вот еще одна карта. Набалдашник скипетра похоронили вместе с самим Фахиром в надежде, что так до него никто не доберется. Табри ждет тебя на фортпосте Серет. А я... мне надо еще кое-что сделать. Иди без меня. По-любому какая-то подстава. Так. У нас уже 34 минуты. Через 3 минуты будем смотреть, можно будет считать, что вот эта автономность в игре. Нет, час мы не играем, мы 5 минут разговаривали, поэтому не считается. Поэтому мы 5 минут приплюсуем. И дальше уже будет банкет. Так, летающие какие-то штуки. Лютый стервятник. Золотишко. Куда-то бежать опять. Типы эти, какие-то штуковины. Астроспин. И все-таки дистанционные вот эти атаки решают. Намного легче играть всякими магиками. Не вылетел еще стрим. Нет, не вылетел, смотрите-ка. Может, он разогрелся как раз 26 минут? Может быть, сможет? На минимальных-то настройках графики. Видите, на минимальных настройках графики он, получается, вывозит. Непоколебимый щит. Осадный. Летающие штуки. Откуда вот эта вот штуковина? Это он? Да, это он. Это летающий этот, чешуйчатый. Ага, здесь они, получается, таким же типом играют. Одман. Опа. Ей. На минималках играть только. Да, на ультра минималках и... О! Азис неминуемой смерти. Ну-ка. Название-то какое? Я не могу его пропустить. Преступник. Преступники должны... платить за свои преступления. Так, так, так. Не могу пропустить преступников. Все равно появятся здесь потом. Мне, наверное, сюда все равно надо будет бежать потом, поэтому, наверное, надо обратно идти. Ладно, пойду обратно. А на минималках играть только. Ну, зато не вылетает, видите. То есть мы знаем, что на ультра-минималках это дело вывозит процесс. И, в принципе, можем уже, кстати, оценивать. Сейчас я убью последнюю вот эту штуковину. О, под землей червь — это вообще тема. Червь — это вообще тема, тема, тема. Лютая. Костяной посох. Название-то какое. Так. Смотрим. 69%. Кто помнит, сколько было? Сань, может, ты в курсе, были наушники от Samsung со встроенным MP3 плеером? Есть сейчас что-то подобное? Не, не знаю подобного. Напомните, сколько было процентов? 84 в самом начале. Что у нас сейчас? 69. 1,70. Неужели 15% он съел только? А вот столько, сколько было, я не слышал. Бастард
У нас, мне кажется, был кто-то. Кто был? Вспоминаем стрим. Вы можете посмотреть первый стрим, кстати. Он уже в сохраненных. Кому не сложно. Так, чего-то Фахире передаю. Многие отдали бы душу за эту штуковину. Подумать только, я держу ее в руках. Может, и правда подул ветер перемен. Ты не первый искатель приключений в наших краях. Многие приходили и спускались за сокровищами в гробницы. И все кончили одинаково. Но это не про тебя, да? Вот твоя награда за труды. И имей в виду, дальше будет еще сложнее. Набалдашник скипетра похоронили вместе с Фахиром. И тебе придется проникнуть в его склеп. Да легко. Я вообще мастер проникать в склепы. Это мой фетиш. Склепы наше все. Главное не бежать слишком быстро, чтобы это дело успевало прорисовываться. Да? Посмотрел, было 80%. То есть 11% за час. 44 градуса. Ну как бы не смешно, 11% войти. Зачем мне группа? Сразу как-то, да, отношение к аппарату другое, 11% за час. Но сейчас мы попробуем еще, 69% было на 26-й минуте, правда? Может быть, он будет неравномерно садиться? В этих залах чувствуется злая магия. Я прям удивился бы, если бы чувствовалась добрая какая-то магия. Так, о, неужели здесь вообще мне рады? Будем тусить. Сейчас поиграем в Sims вместо Диабло, да? О, типки. Големы. Да-да-да, прям мечта Симса. Так, так, так. Вообще эти скелетоны у меня стали какие-то бодрые. Они без меня как-то начали даже справляться с более-менее серьезными типами. Ну давай, польза нет, 26 метров. Ей, куда это 26 метров? Не то видео посмотрел, правда, 84. Вот, значит, 15% все-таки в час. Правильно? За первый час игры. 84, 84, 70, 69, это 70. Ну да, 15%. Скелеты горят, скелеты. Сильно горят и не очень. Так, я хочу больше открыть сокровищницу. Все остальное мелочи жизни. Так, и чего? Конечно, конечно, они будут не рады, что я буду красть все эти дела. Ну а что делать? Не мы такие. Времена такие. Кризис экономический. Раз, два, три. Я вообще заберу все и уйду, и в топку эти задания, да? Договорились? Так, и последний сундук. Ей! Больше никто не появится, что ли? Давайте какие-нибудь секретики здесь, может быть. А дальше хороший результат. Было 80. Все равно хороший результат. 15% хороший результат. Но опять же, мы зафиксировали, когда было в 34-39%. Было в час 34. Знак. Это не серьезно. Все нормально. Перерожки. И вот мы. Ультой чуть-чуть пока. Отдых. Уже вывозить. Локация нужна. Нет. Этот раз 3-4. Не видит, да? Вы еще не успели сбежать? Прям сходу начал. Напишите, пожалуйста, как меня видно. То есть мы, допустим, только останавливается трансляция, сразу запускаем. Как на это дело реагирует смарт? Воскрес. Ну, я сразу ставлю стоп и начинаю. Вот как я сейчас делаю. Ну, мы запомнили, в 34 минуты было, получается, 69%. И вот сейчас я так нагло и буду делать. Но мне кажется, приходит момент, знаете, когда у него перегруз, и он крашит картинку на Твиче. И после того, как он ее крашит... Так, чего? Вроде все побегал. Он уже не может восстановиться. То есть, в принципе, он тянет это дело, но надо не грузить его особо сильно. Вот, наверное, правильно так сказать. Мне так кажется. А телефон или Twitch? Нет, это, конечно же, телефон. То есть он не тянет одновременно стрим с большим количеством, допустим, в данной ситуации противников. Температура, пойди, уже за 50. Нет, также 44.
Я могу сейчас проверить. Давайте я сейчас додолблю их и включу. Он вообще не греется. Я еще раз повторяю, без чехла играю. Ну, греется, то есть 44 градуса. Никаких претензий у меня к нему по нагреву нет. Тохленд, неужели мы наберем 1000 человек? У-у-у. Я шучу. Огромное спасибо всем, кто свежий, новый подписывается. Надеюсь, что кто-то когда-нибудь подпишется, не зная мой YouTube-канал. Я прям в вас верю. И первый человек, который скажет такой: «О, я тебя увидел на Твиче и подписался», будет и останется в моей памяти навсегда. Что-то пошло не так. Почему не так? Все так. Норм. Первый человек с Твича. Фонтанера. Так пошло. Теперь, да вроде ничего не лагало. Или вы про что? Так, гробница Фахира. О, знак душ еще один. Это второй знак душ. Дубль. У меня фризов нет, кстати. То есть фризы получаются в Твиче. Микро прикрыл. Фризы в Твиче. Я сейчас отхожу, чтобы иметь возможность меньше грузить, получается, смартфон. То есть у меня там спокойно скелетики его долбят. Тупит жестко. Я сейчас подальше буду. Минимальные настройки игры. Но проще говоря, когда сложный босс, мне надо отбегать от него, чтобы его били скелетики. И тогда Twitch не будет висеть. Романтичная история, правда? Так, давайте я сюда еще сбегаю. Мне вот интересно, что здесь. Если уж мы сюда дошли. Скелеты-мародеры. Всякие типы интересные. И... ну вот сейчас не виснет, видите? То есть если что-то такое несложное, то все норм работает. Мелочи какие-то. Мародеров нашли. Не развит. Нет, я заметил. Вот сейчас мы постоим, он прогрузится. Прогрузился, упал. Я заметил. В Кудрово я тоже пилил обзоры, да. Где я их только не пилил. Везде пилил обзоры. Это даже забавно. Да, интересно так переподключать один стрим. А вам, получается, переподключаться не надо или надо? Вы же как сидели, так и сидите. То есть просто появление и исчезание, правильно, стрима. Или нет? Куча костей. Что не надо? Бедная А53 аж задыхается. Ну, на то ему и надо обновить, если с телефона. А-а-а, жаль. Ну вот видите, минусы. Да-да-да, печалится он, печалится. Ну а что делать? Там стрелочка круговая появляется и обновляется. Понятно. 7 метров, 6 метров. Давайте вот здесь посмотрим, чтобы никого не было. А, ну мы здесь бегали уже. Здесь, скорее всего, будет зависалово для всех. На ПК-версии в браузере самое то. Притом самое интересное, мне сейчас сначала показывало 30 человек, потом 15. То есть Twitch сам по себе еще глючит в показе. Ну ничего критичного. И... деремся, деремся, деремся. Как-то я не вижу здесь. Во, супербосс появился. Я так поднимаю, это он. Король Фахир. Хорошо, а это будет вторая часть скипетра. А где третья?
Окей. Так, все, я отбегаю от него. А почему они здесь восстановились? Потому что он их уже убил, что ли? Ладно, опустошенный. Ну, у вас хотя бы он висеть не будешь. Не будет. А XS Max только на Android в районе 30 тысяч. Смотря где вы будете покупать. То есть основной вопрос-то в этом всегда. Если вы будете покупать в районе 30 тысяч, я не знаю. Много вариантов. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. На Али или где? Так. Здесь я не хочу никаких конфликтов. Все. Скелетики бьют его спокойно и все. Скелетики бьют, телефон тянет и хорошо. Вот сейчас у нас будут много эффектов, и он подтянуть не будет уже. Ничуть. Пусть скелетики дерутся. Далее. Так, за 30 тысяч сейчас на Али. Китайский смарт рассматриваете, то есть на китайской прошивке или нет? Просто уровня яблока я вам не скажу за 30 тысяч ничего, к сожалению. Потому что по съемке он будет лучше, чем почти все. Ну, Neo 6, опять же, глобалки нет. То есть, если вы думаете, что у вас бах, так и все будет солнечно с китайской версией смарта. С iPhone очень тяжело на Android переходить. Что вас не устраивает? То, что новый iPhone стоит очень дорого. И за 30 вы хотите что-то наподобие на андроиде? Нет, такого не будет. На следующий уровень. Понеслась. Там он теперь бегает. Так. Аналогичного смартфона по камере вы точно не получите. Ну, Neo 6 может быть, не знаю. Но, опять же, это китайский смарт. Не будет такого кайфа, как от яблока. Хотя, смотря как смотреть. Может быть и можно. Ничего себе. Комар, напившийся кровью, меня укусил. Так. Опустошенные прибежали, и я так подозреваю, что мне приходится продолжать убивать этого фахира. Яблоко уже надоело. Ну, по фану, да, Neo 6 будет интересно. Но опять же, если у вас есть тридцатка, ну, на глобалке, может быть, Neo 3 купите. На глобальной прошивке. Я не знаю, народ почему-то постит, что на Neo 3 есть Global ROM, глобальная прошивка на китайце, но я эту информацию не видел. Ой, изрыгатель демонов, еще какой-то новый тип. Новый тип штук каких-то животных особых. Особых животных. Так. С какими-то еще и пауками. 16 убийств. Да хоть 32. Это с боссом. Прям по-серьезному зарубаемся. 19, сейчас будет 20, к слову. Не пошел счетчик заново. Счетчик заново. И еще один изрыгатель. А, это все тот же изрыгатель демонов. А, Саня микро прикрыл. Ну, вот соляви. Вот так вот он работает, этот микро. Так. Много всяких штуковин. Как говорится, ништяков выпало. Почему-то упали мои скелеты куда-то. И мы падаем. И я падаю. И я все равно выжил. Ей! Так, раз типок. Сейчас мы всех восстановим. И продолжим банкет, правильно? Не пойдем же мы вдвоем. Два. А, они постепенно типа просыпаются. И третий сейчас тоже. Микрофон сейчас работает. Хотя можно продать iPhone и добавить и купить P50 Pro. Вы как бы хотите себя наказать, я так понимаю. То есть вы хотите либо китайскую версию смарта сразу, вот после айфона, либо... Сейчас. Да, сейчас все хорошо. Окей, буду следить за этим делом. И взрываем всех. Все.
Передняя левая нога. А, ничего ж себе, мы теперь по ногам сначала будем, да? Как все серьезно. Передняя левая, потом передняя задняя, что ли, будет? Окей. И сколько этих ног тут? Так, передняя правая нога. Есть контакт. Как все сложно-то, а? Так, и так, и так. И так. А, я так понимаю, это не фахир даже, это просто... Неудача, скипетр потери, но господин в безопасности. Кто-то там начал отслеживать, спасибо большое, очень приятно. Больше людей, интереснее процесс. Тащи дефибрилля... Дефибриллятор. Вот что значит... Так, точно хотите выйти? А я, может, не хочу, подождите. Нет, хочу, а чего мне здесь делать? Ты смог. Гастард, да, смартфон смог. Так, смотрим, сколько у него осталось. 64%, 5%, получается, он съел за 21 минуту. То есть, в принципе, так и получается. 84-69, 15-16%. 15% так он и ест. Еще раз всем привет. Напоминаю, что вы на Твиче YouTube канала Польза.нет. Основного на YouTube. И мы здесь тестируем устройство. И сегодня в безумных мучениях у нас мы пытаемся убить A53 Samsung Galaxy. И пока у нас все получается. Как-то очень странно, откуда 35 человек? Друзья, кто не знает, что такое канал Польза.нет? Вот теперь 18. Мне кажется, что Twitch просто людей подкидывает, когда они только начинается стрим. Люди такие, да что, что такое? Почему? А на минималках часов 6 можно поиграть будет. Да, если без Твича получается 6 часов. Но это очень даже неплохо, я скажу вам. Понятно, что хотелось бы сказать, да что это за позорище. Но равномерная получается потеря. И что они тут делают? Кто кого убивает? Навигация. Наследие Фахира. Видимо, это Ватаус. Так. Вроде, да, главарь песчаных скорпионов и наш главный соперник в этих проклятых песках. В следующий раз он не уйдет от моего клинка. Полагаю, навершие у тебя? Конечно, да. Передать предмет. Передать. И банкет. Передать. Ей! Все. Какой игровой телефон мог бы посоветовать? Исключительно Black Shark. Если у вас очень много денег, то Asus ROG. Так, и дальше. Конечно, он у тебя. Признаться, мне стыдно, что я сразу тебя не поверила. Столько лет борьбы, вот, наконец, близки к цели. Осталась одна часть скипетра. Самоцвет. Свет Хафира. Фахира. Эта карта укажет тебе путь. Добудь самоцвет и верни надежду этой земле. О. Хорошо. Свет скрыт во тьме, упоминается некоторая тюрьма, некая тюрьма скорпионов. Кажется, это то, что нужно. Спокойной ночи. Да, я думаю, что, Гастард, пора нам всем спать. Огромное всем спасибо. Я сейчас буду все это дело потихонечку выгружать и клеить. А вам я советую ложиться, потому что этот банкет бесконечен. Мы, в принципе, выяснили самое главное. 5 секунд. Я сейчас включу лицевую штуку, чтобы самым получается упорным зрителям сказать спокойной ночи. Огромное спасибо, что пришли. Еще раз, это был тест Samsung Galaxy A53 5G. Плюс его в том, что вы можете прийти и спросить какие-то вопросы. Я с радостью вам отвечу. Напоминаю, что основной канал Польза.нет, есть телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал теперь с новостями, и помимо новостей еще и инста-телеграм. Его особенность в том, что мы там постим фотографии, видео,
примеры съемок. Логично, там все очень жестко, как и на основном канале, но я думаю, что взрослым людям, которым нет необходимости обвешивать всех трехэтажным матом и посылать друг другу половые органы, этот канал зайдет. Вот так работает сейчас фронталка. Спасибо всем, кто зашел. Фонтанера, Бетка Малекс, Universal, Дмитрий Гордиенко, особая, Систа Сиан, Ван Шестер. Мы выяснили, что это дело может спокойно жить 6 часов при игре в минималке в Диабло. Подлагивания легкие есть. Twitch работает, разумеется, с лютыми лагами, но работает. И если вы смотрели это на лайв-канале, я надеюсь, что вы оставите комментарий. Если вы смотрели на Twitch, я надеюсь, что вы подпишетесь на Twitch, потому что девайсов море, тестировать хочу много всего. Не до всего доходят руки, чтобы обзоры сделать. Но, допустим, тот же Pixel 6a я бы протестировал и прожарил, но обзор мне делать на него лень. Так что думайте сами, решайте сами, пишите в комментариях. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Спасибо, что пришли.